И всем привет, ребята, с вами я, Даша, и сегодня мы играем в Roblox, и сегодня мы идем, в школу, едем, кстати, очень, тут, когда, как вы видели, много было человека, сейчас так-то мало. Наверное, некоторые уже выходили. Ну что, давайте приступим, я уже, конечно, играла, но не до конца. Так. Блин, там пацан загрузил, что не очень удобно. Вообще так очень много все пишут. Девочка. Да. Давайте напишем. Так. Так, подождите. Я сейчас напишу и вернусь. В общем, ребят, я не написала, потому что мне было лень. Так вот, мы уже отправляемся. А, да. Сейчас мы зайдем и будем проходить. Я, конечно, до половины доходила, но дальше не проходила. Так, идемся в классик. Знаешь, в класс. Это типа как страшилка в класс. В виде класса. Ну, типа, пацаны на ножках сядем. О, все, пацаны на ножках сядем. Норм. Блин, пацаны все-таки не дал. Кстати, ребят, иногда... Нет, спасибо. Она не хочет. Ку-ку я. Ку-ку, я стул. Тут, кстати, сейчас проверяют, короче, кто есть в классе. Боже, какой странный ник. Надо было... Опа, смотрите, учитель пропал. Хи-хи-хи, как же весело! Беги! Куда, блин, бежать, если может тут спрятаться и все. То парня, который... Бывает такое, когда кого-то вот называют, тот умирает. Бывает, что наоборот... Я помню, когда я играла с подругой, Катя, и так вот. Самое странное, что было. Мы, в общем, зашли, мы выживали. Все погибли, кроме нас. Потом мы начали выживать сами. То есть мы сами находили все, сами выживали, то есть все сами делали. О, ой, ребят, вот улика. Смотрите, сейчас надо найти улику. Улика это будет... сами видите. Вон. Вот, это улика. Вот. Это пальцы. Вот когда сверху посмотришь, это пальцы. Так, давайте побежим. И просто. У нас... Так, тут включу. Ребят! Рызды класс. Ой, блин. Слушайте, ребята, круто. Ну, конечно, сначала страшно было, но потом нет. Вот уже есть ребята. Надо сейчас найти ключ. Блин. Ребят, не обращайся, что я так делаю. Сейчас я пойду воды попью и к вам вернусь. Короче, ребята, я сейчас добежала. Я когда пила воду, мы уже начали. Тут мячики есть. А где фломастеры? Какие? Где ткани? Вот один зеленый. Один зеленый на полу лежит. Остальные лежали на поставке для салфеток. В общем, ребят, не обращайтесь, что-то говорила. У меня точно не будет. Нет. Ой-ой. Ребята, я просто уснула. Я не знаю, как мы заснули.
И так вот, погнали в столовку. О, какая-то красная монеточка. Так, типа нам надо туда бежать. Так. То ли туда... А, тут, кстати, три девочки. Я и эти две девочки, что ли, выжили? Да ладно. Ребят, мне уже страшно становится. Серьезно? Мы втроем выжили? Капец, ребят. Ребята, тут очень много людей играет. Хотя не... Ребят, мы реально тут одни. Девочки, мне страшно. Мне страшно. Еще синий? Так, нам типа должны сейчас нажимать на вот эти вот коробки. А, у меня была еда, я просто и не заметила, и типа я ее съела. Ага, сейчас, короче, будет мигать свет. Советовал тут стоять, все. Типа это мы нажимаем выключатель. Ну я же ложила, они тут лежали. Типа я выключаю. Не, ну бывает иногда. Ну, тут были два набора, по два фломастера. В общем, смотрите. Смотрите, что будет сейчас вот тут везде происходить. Им все слышно, вот там они стоят, как вы видите. А это текстурки. Я еще один красный нашла. Ой, желтый. О, мой желтый! Ребят, это... Это мой желтый. И типа сейчас нас должны выпустить. Я не знаю, но мне страшно. Там нас выпустили. Синий я не наблюдаю. Неси пока эти, рисуйте этим. Нет, ребят, я... Блин. Ну почему? Блин, ребят, если бы нет, я бы туда бы прошла. Блин. В общем, ребят... Если хотите, я могу за это записать со своей подругой, как Гайтиной. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, пока-пока. И всем до новых встреч. Если хотите, я могу продолжить это со своей подругой, прохождение, вот это все. В общем, да. Угу. Ну, на этом все. Всем пока, всем до новых встреч. Всем пока, пока-пока.